Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, ОЛТВ, Крошка-крошка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, всем ОЛТВ. Давно у нас не было рубрики, что можно сделать в Гаррис Моде за 10 минут. У нас новая карта и очень крутые сохранения с прохождением. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. На этой карте очень много зомби, метрокопы, комбайны, хэдкрабы. Давайте будем проходить и покажем, насколько это круто все сделано. И спасибо человеку, кто это создал. Начинаем мочить. Ой, у меня один патрончик был в обойме. Слышь, иди сюда. Пацаны, у вас не сильно лагает? Нет. Да, нет. Да нет, у меня 34 FPS. Но сейчас мы когда будем очищать и мочить всех этих зомбаков, будет FPS повышаться. Опа, смотри, сидят, ждут. Вот как они сделали воду, Гусанёк? Вот как он эту водичку сделал? Это же круто. Я не знаю. Ну ты должен знать. Эй, блин, на лицо прыгнул. Испугал меня. Так, давайте я немножечко пройду, чтобы мы тут рассосались. Так, все отлично. У нас очень мощная банда, которая гасит всех и вся. О, привет. Эй, там хэдкрап, осторожно, пацаны. Отлично. Опа, а что текстурки так пропадают? Здорово. Они вниз проваливаются? Так, осторожно, горгулья. Рыгачка. Я не заметил даже. Надо быть внимательным так. Жизнью. О, аптечки. Так, сколько у меня? Дима. А, 48 хп, не так уж и много. А вот нам сюда. Мне кто-то по ногам стрелял. Вы мне ноги прострелили, команда. Идемте. И давай, идем. Тут очень узко. Ой-ой-ой, Максим! Прыгай, давай, по очереди, отойдите все. Понял? Аккуратно там надо быть. Дима. Тихо, все нормально. Все хорошо. Опачки есть. Опа, калитку. Бросаем на зомби. О, там ящик. Тут бочки, там побочка. На. Я чуть не умер. Это хорошо. Ой, это плохо. Эй, тут ползучая морда. Давай, мочи их. Че он там встал? Блин, а хэдкраб очень стрёмная тема такая. Аптечка. Эй, ты чё держишь двери? Так, я не буду идти, пацаны очень психи какие-то. На. О! Давай бочки взорвём. Пацаны, аптечки. Так, Дима, иди сюда, сейчас будем взрывать канистру. Иду. Убьёшь. Сейчас, подожди, тут тоже в закоулочке есть зомбачачина. Патроны, пацаны, тут можно... А, патроны же бесконечные. Так, иду до бочки. Кидай. Здесь невидимая стена, нельзя, блин. А как нам туда пройти? А там вентиляция. Идемте. Идем. Нет. Вот она. Красавчик. Давай ломай. Молодец. Сейчас, сейчас, пацаны. Да слышь ты! Ты там все чисто зачищаешь? Да, все четко. Ну видишь, если бы я вышел, бы умер. У меня 59 хп, не такого что и много. Ребята, ставьте лайк, если вам нравятся такие классные рубрики. И мы проходим всякие прикольные сохранения. Так, что там, больше так, ничего нет? Аптечка. Так, бери жизни, Дима. Вот. Иду. Так, отлично. Соточка процентов, погнали. Слышите, как они базарят по рации? Револьвер. Так, а куда дальше? Это круто. Это лифт? А? О, пацаны, а мы влезем? Давайте на голову прыгайте. На голову, давай. Два на корточках. Так. Давай, Санек. Давай, нажимай кнопку. Есть. Все. Ого, что-то резко вниз едем. Ой, мы должны быстрее, по идее, падать. Давай, все. Нормально. Пацаны, расчехляйте патроны. 5 минут полет нормальный. Прикольно. Кабан здоровый. Прям целая сюжетка. Это Half-Life 12, пацаны. Идем, и все взрывается. Этот еще кидает хэдкраба, вонючка, отвали. А сколько у тебя жизни? Блин, Гусанёк, извини, по спине чуть-чуть стрельнул. Блин, а что это за огонь такой? Он жизни тратит. Так, Максим, помогай тебе со всей силы. Опа! Ой, килку нашел. Можно было еще этим кинуть. Баллончиком. Так, у нас тут ящики, ломаем. Патроны. Пивко. Ой, пацаны, случайно разбил ящик. Так, идемте.
Я слышу, как разговаривают метрокопы. Это не по нас. Они говорят, Максим лох, да, вроде бы? И Дима, что лох тоже. Они не могут на меня, я хороший. Такс. Это Максим, толстая попа, пролезай. Ого, слышите, как они на паном гасят уже? Ого! Там чё за шквал патронов? Пацаны, на корточке, если кто-то... Есть, снял. Есть, вот это сдалека. Ой, блин. Красиво, да, когда сдалека попадаешь по ним? Прям по башке. Да. Там этот, они сами себя гранаты взрывали. А я знал, что они очень умные. О, базука! Базука, бери. Так, пацаны, осторожно. А, нам сюда, нам сюда. Опа. Блин, ну базука это опасная штука, но... Давай, иди сюда, дружи. Ты чё там сел? Вот это он улетел по красоте. Ой, гранатой кинул. Жопа, а? А куда дальше? А, нам паркурить надо, пацаны. Сюда. А, понял. Сюда. О, граната! Ох ты, блин. А хватит тут тебе стоять. Так, давайте без базуки. Базука опасная, сам себе жизни немножко могу сейчас потратить. Граната кинул! Граната! Ты смотри! Ой, красавчик, гусанёк, только не попал. Да. Ай, один хп, ё-моё. А, с дробаша 7 хп осталось. Аптечки, аптечки! Там есть ещё? Нет, я все забрал. Блин. Слышь, ты что там делаешь? На! Так, все, мы здесь. О, мы прошли карту! А нет! Да? Слышишь, а... отвали! Чего не провалится сквозь карту? Ну все, мы выиграли. Так, я хочу посмотреть, как эта карта выглядит со стороны. Очень интересно, как это вообще запилено. Мы были на воздухе. А, это воздушная штуковина. Поэтому они все падали вниз. Давайте посмотрим, сколько тут внизу валяется. Ого, тут внизу валяется, смотрите. Тут просто усеяно все. А это как муравьи сверху. Тогда... Так, готовим следующее сохранение. Сейчас будет еще больше, вы понимаете, сейчас будет вообще жесть просто. Готовы, пацаны? Нет, да. Хотя да. Так, сейчас я тпхню к себе. Сейчас прогрузится? Ой, фпс вообще мало. Такс, такс. Так, доставайте сразу ружбайки. Так, там бочка, отойди, гусанек. Отойди, отойди. Стреляй. Ой, красиво. Дверь сделал. Дверь не запили, а я опять вниз падаю все. Пойдет. Походим дальше. Гранаты. Гранаты. Но они нам не понадобятся. Ого, что здесь творится? Ёп. Гаргули. Так, вперед, да. Давайте. Так, давай, подожди, я пройду сюда. Я буду сверху. Я не буду спрыгивать. Это жесть просто, о, понимаете, о, что сейчас будет? Отлетели. Ого. Ай, прыгнул сверху. Капец. Это очень стрёмно. Их очень много. Тут гранатами бросается. А, тут хоть крабами бросается. Так, нам... Да? Куда нам? Куда? Нам вниз надо, идемте. Оп, 90 хп. Не так уж ты много потратилось. Так, давайте посмотрим, может где тут аптечки еще есть? Всех же... Эй, хоть краб. Так, давайте посмотрим, куда нам. Тут мост сломанный. Я знаю, надо тут руку приложить. Прилажу руку, давай я нажму. Надо зажать и держать, смотрите. О, реально. О, тут мужик валяется. Так, есть. Мужик, нормально тебе? Аптечка есть, кому-то надо? Так, в вентиляцию полезли. Так, идем. Не, ну разработчику респект. Такие карты делать. Побольше бы таких. На самом деле, скажу, это единичный случай, когда находишь такую крутую карту, прям как с сюжеткой. Ну, конечно, какая сюжетка? Всех замочить? А, ну все, ну мне такое нравится. И мне. Но эта карта должна быть побольше, она больше места занимает. Ой, я слышу, уже выстрелы по нам идут. Влазим. Так, а что здесь? О, это Half-Life. Похоже место на Half-Life. Хэдкрабы. Half-Life. Так, стойте, я перепрыгну, давайте я вот так буду сбоку идти. А чё они на месте стоят? А чё вы не идете? Мы тут. Они живые. Да они живые, они просто стояли, ждали. Они спали, хэдкрабы же тоже спят, правильно? Ну, тоже они живые. Опа, ой. Воу, прикольно. Так, гусанек, проходи. Так, сзади хпшки возьмите. Ладно. Там снизу человек провалился. Это нормально? Да.
не выдержал, походу. Валяется просто. Идем, идем. Панда. Слышь, классно запилил. О, так, берите. О, патроны. Тут. Ого, а как тут дальше прыгать? О, а там как дальше, да. Не бойтесь, пацаны, я вам сейчас все покажу. О, они внизу. О, я спрыгиваю вниз. Гранату. Так, пацаны, там аптечка есть, кому надо, берите. Так. Нам сюда. Я вижу вверху. Есть, снял. Еще вы сверху. Иду. Че, голова? Все. Отлично. Так, надо фонарик включить. Оно так лучше видно. Так, блин, то дай. Заедай в этих камнях. Ого, их там, пацаны! Эй! Ай-яй-яй, ай-яй-яй, больно, больно! О, не смотрите направо. Ого! Там бочка, бочка. На! На! Так, за укрытие, пацаны, можно тоже садиться. Видишь, специально делал так разработчик, чтобы мы садились. Полетела. О, можно вот так в отверстие, да, стрелять, по идее? Они очень живучие. Так, подожди, а куда дальше? А, вот-вот, да, я увидел. Ё-моё. Ты чё делаешь тут, головашка? Так, что у нас тут дальше? Всё? А, нет. Да ты что ж с дробовика мне стреляй в живот? Аптечка. Сейчас почти убил. Ты гранату кинул. А, не, не успел. Нет. Он замахнулся. Ого, как тут далеко. Вот это она гигантская. Это прям круто сделано. А, все. Мы прошли, пацаны. Да. А что там? Ура. А, там просто темнота. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличное настроение и всем пока. Всем пока. Пока. О, не тратились жизни, стой. Ой. Ой. Ну ё-моё! Под каналом.